Рыжик, привет. Рыжик. Вот это наш рыжик. Вот он. Всем добрый день. Как вы уже заметили, у нас появился рыжик. Вчера вечером, а вчера ливень был страшенный. И вот он вечером появился. То ли он сбежал из приюта, то ли его забрали оттуда. Вот, непонятно. Грязный-грязный появился. А сегодня вот у магнита ходит, скулит. Потом появилась Нюрка, я уж ее не засняла. Нюрка бегала галопом здесь тоже, возле магазина. То ли покушать ищет, бегает. Мы сейчас спускаемся в дендрарий. Она прямо нас проводила до дендрария даже. Что, вы купили рыжика или как он появился? Птички поют. Плюс 10 градусов. Смотрите, молодые листья кленов можно собрать в чистом месте и голубцы сделать. Вкус очень приятный. Так, мы спускаемся, внизу все. Вот эти уже отцветают. Вот. Пахнут вкусно. Так, не упасть. Вчера был ливень. Очень. Земля сырая. Над нами лиственницы. О, и черемуха. Птицы поют прям. Пошли прогуляться в лог. Это все лиственницы. Смотрите, в дендрарии вкопали столбы с освещением. Что-то опять задумали. Просто так для никого они не стали бы. Наверное, там что-то строить опять будут. Сегодня даже будет плюс 14. Ночью были заморозки даже. Ноль. Мои бедные помидоры. Так, блин, осторожно. Не упасть. Там вот вишни цветут. Смотрите, как хорошо. И огромное количество в траве птиц. Ой, так там прям столбы со светом до самой речки сделали. Всю дорогу, конечно, распили. Вон, видите, впереди столб. И там до реки до самой я вижу столбы. Запахло речкой, прудовиками, улитками. Вот до самой, смотрите, речки столбы вкопали. Черемуха цветет еще одна. Смотрим. Что они тут такое строят, а? Типа для людей, что ли, чтобы светло было? Ну вот она вряд ли. И что там за... Это, видимо, столбы вкапывают, шум там. Сейчас глянем, все узнаем. Вот еще столб свежевкопанный. Лучше мост бы починили этот. И тут все столбы. Ну, блин, все. О, какие потоки. Так. Вот это да. Ой, все, тут все нарушили. Все щитки сломали. Тут столбы сделали. Да, и вверх потянули. Интересно. Хотят облагородить, что ли? Ладно, мы пошли по логу гулять. По ивинской, так сказать, тропе. Тут все ивушки. Ивушки все. Вот. Ивушки, как осины, содержат ацетилсалициловую кислоту. А плакучая ива у китайцев – это дерево, как незабудка тоже. Дерево памяти, так сказать.
Мы пошли подышать воздухом, прогуляться. Мама сидит целыми днями дома. Я ее вот изредка вытаскиваю на улицу. Сегодня как раз такой день, как мы ее вытащили на улицу. Птица какая-то, как кузнечик. Это Добролюбово. Тут были сады, гаражи. А я хотела, знаешь, чтобы мы сегодня с тобой спустились к нашему саду, прошли через гараж и в лог-то пошли вот тут. О, какая черемуха пушистая, ага. Пушистенькая такая. Птица как стрекочет. Вот. Вроде нам обещают тепло. Ну, посмотрим. Они нам весь апрель, весь май обещали. А у нас все холодрыга. Вот они, вишни цветут. Слушай, трав-то нет вообще. Ничего нет. Здесь должна все быть трава, мята должна быть. Да, да. Ничего. Вот начинает вылезать только мята. Сейчас я вам даже покажу, спущусь. Смотрите, вот это все заросли мяты. Вот она. Покажу вам. А, запах обалденный. Жвачкой. Ну ладно, букетик сорву небольшой. Ну конечно, вкусненько пахнет. Свежая. Такую заваришь, выпьешь и отрубишься сразу. Уснешь. Еще если после бани. Мята. Здесь ее растет огромное множество в лагу. Это все там будет потом тоже мята, мята. Букетик сорвала. Смотрите, я стою на горе, а внизу ивушка. Нормальная река. Есть большая ива, малая ива. Потом вот они в одну здесь соединились и в каму впадают. Мы идем как раз по ивинской тропе. И над нами все черемухи. Вот она, черемуха. Тут еще и яблоня есть где-то. Помните, в том году снимали мы. Ой, тут вообще все белым-бело. Все белым-бело, пушистое на солнце-то. И та, вон тоже черемуха. Даже без ветра опадает. А все она в самой своей стадии максимальной, черемуха-то. А здесь, смотрите, сколько одуванчиков тоже. Вдоль речки. Там вот она, ивушка внизу. Слышь, а по обе стороны, видите, одуванчики, одуванчики, березки. Это зяблик поет. Смотрите, весь склон в вишнях. Цветущих, маленьких. Это вороны крякают. Кря-кря-кря. Вишни, вишни, вишни цветут. Может, будет много. Может, пособираем. Вот она, река Ива. Из самого леса, куда мы ходим, она оттуда бежит. Речка Ива. Ладно, у меня все еще руки пахнут мятой. Ну, тут, видите, малинник был. Мы собирали малину вот здесь. А также кусты были смородины в этих кустах. А сейчас, видите, все тут заровняли. Что-то город наступает. Здесь тоже был когда-то чей-то участок. Потом, может, умер человек, домик там был дальше.
И все, видите, уже дикие деревья все победили. Не осталось ни смородины, все сгибло. А когда-то мы тут тоже ломали на чай. И ягодки росли. Там подальше тоже у него крыжовник был. Рябину вот тут мы собирали. А тут крыжовник. А смородины я вообще не вижу уже у него тут. И даже не подумал, что это был когда-то чей-то участок. Вот. Товарищи утки. Самцы и самки. Обратно повернули. Одна парочка встретилась. Остальные, видимо, на пруду или на гнездах сидят. Вороны. Ну, я его видела, самца-то. Он плывет к нам. Голову повернула. У жертвы всегда глаза сбоку. У охотника впереди глаза. Это жертва, у нее сбоку глаза, видите? И такие развернулись. На Черном озере-то их много, наверное, а? Съездить туда нам, что ли, с тобой? На пруд съездить можно, на Мотовилихинский. Так, что, в путь? То нам еще далеко идти-то. Вот калужница. Ну, она что-то жидкая такая, да? Калужница. Вон калужница. Значит, что-то пучки-то слабенькие. Калужница от слова калуга. А калуга это вон такая заводь. Короче, мокрое место. Старинное слово. И вот так в Перми очень много малых рек. Загаринка. Потом Серебрянский парк. Вот туда мы хотим съездить. Данилиха, там речка. И вот пока идешь по логу, везде-везде мята. Мята я вам сейчас покажу. Вот она, видите? И она так везде, под ногами. И с той стороны у реки много тоже мяты. И по всему логу она. Хоп. Смотрите, вишенка какая. Сама выросла тут. О. Красивая. Вся цветет. Вся в ягодах будет. А тут все, смотрите, под ногами мята. Потом она вырастет высоченная. И там вот у реки это все мята с крапивой. А это калина. Калина самая поздняя цветет. Слушай, тут тоже мяты полно. Тут такой вот, смотрите, мостик был. Его унесло. Вот новый построили. А это чистая река. Это из леса бежит. Они же раздвоились. Это значит, мутная была та, вот, которая осталась. Вот так вот дрозды носятся. Вот она речка, речушка, ивушка. По ней, если пойдем, дойдем до Черного озера. Вверх по течению, если мы пойдем, пойдем.